Итак, мы ведем наш репортаж для Ферлон ТВ с театрального международного кинофестиваля «Теарт 2018 в Минске. И в этот раз мне просто повезло. Мне удалось взять интервью у моего любимого театрального режиссера Оскараса Коршуноваса из Вильнюса. Я старался пересмотреть все его спектакли, которые мне удавалось. Я видел Елизавету Бам в Литовском драмтеатре. Я видел Чайку и Зубко в постановке Вильнюсского городского театра. Я видел Тартюфа в Литовском драматическом театре. И Ромео и Джульетту в Литовском драматическом театре я смотрел даже дважды. Второй раз вместе с Эдди Аронов, продюсером, который приезжал с целью снять этот спектакль для американской аудитории. К сожалению, этот проект пока не заработал. Но все в будущем. И сейчас я с удовольствием начинаю задавать вопросы Оскару. Оскар, скажите, пожалуйста, вы сейчас прямо из Франции? Да. Это было по театральным делам или это было просто ваши поездки? Это теперь был как бы отдых и просто поездка, но Франция как-то меня втягивает все больше и больше. Мы в этом году были в Орнёнской программе, главный Тартюф. Да, и Тартюф. Просто так как приняли французов, а конечно Тартюф везти во Францию, это нагло немножко. Это не то, что нагло. У нас такая сейчас сильная антиалкогольная кампания проводится. Как раз встретил министра перед этим, который очень этим занимается, значит, и ну там не сухой закон, но старается прикрыть по-разному. И он говорит мне, говорит, здравствуй, Оскар, как тебе дела? Я говорю, очень хорошо, мы вот везем в Авиньон, в Францию, Тартюфа. Это может не тактично, я скажу, но это то же самое, что литовское шампанское, вести в шампанию, вести в шампанию. Надо сказать, что очень хорошо приняли Тартюф, и не то слово. То есть так, как они прочитали, а они в этом Тартюфе увидели фактически такой некий закат Европы и сказали, что этот спектакль нам показывает, что мы вообще живем в предфашистское время, фактически Европа, которая говорила о тех ценностях, она теперь в таком, прямо-таки очень странном положении. Прямо к власти все больше и больше в странах приходят просто такие тартюфы, националисты, популисты, и вообще-то, так, может, нигде и не приняли, даже в Литве так глубоко не приняли тартюфы, как во Франции. И вообще, во Франции, уже девятый раз в Минске фестивале в главной программе. Я даже, они мне дали литературу и искусство Орден, который тебя автоматически делает шевалье, то есть конным офицером. Значит, я даже офицер Франции, теперь это у меня любимый живет. Так что Франция у меня... Прекрасно. И именно для Авиньонского фестиваля вы делали этот свой знаменитый спектакль «Ромео и Джульетта». И я не видел первую редакцию, но я видел вторую, и она на меня произвела очень большое впечатление. Этот, как бы по нынешним временам старый спектакль, но он до сих пор смотрится очень хорошо. И мне просто очень жаль, что из-за того, что он снят, может быть, на литовском языке, поставлен, естественно, на литовском языке, в Литовском театре, он не так широко известен. Но как я только что узнал, в этом году вы поставили спектакль на русском языке, русский роман в русском драматическом театре. И некоторые критики тоже там нашли какие-то параллели с Тартюфом. Ну да. Это логично? Это логично, да, потому что вообще некий Чертков,
который был больше толстовчик, чем Толстой. Ведь это пьеса о последних днях Толстого и больше даже о Софии, его жене. И вообще поразительная пьеса. Это Марис Ивашкевич, литовский драматург, написал на русском языке эту пьесу, получил за эту пьесу «Золотую маску» в Москве. Потому что в Москве первые поставили эту пьесу. И как бы на русском языке он доказал, что ну, великий драматург, такого, мировой драматург. И это очень сложная, очень интересная пьеса. Там связано с... у Толстого очень много биографических есть моментов в его романе. И Ваня Каренина и Кити Левин — это молодые... молодой Толстой, можно сказать, и София. И вот такие описанные персонажи романа встречаются с реальными персонажами Софии. Толстого фактически там нет. Просто все время о нем говорят все. И был там Чертков, который был истинный тартюф. Он больше был толстовщик, чем Толстой. Он очень боролся с Софией. Всем несчастным Софии приложился еще этот Чертков, который был так называемый христианским анархистом. И даже он был авторитет для самого Толстого. Толстой держал его картины у себя на стене. И как бы влияние очень большое Чертков делал Толстого. Но что интересно, что он, будучи христианским анархистом, который вообще не признавал, что вместе с Толстым они думали, что власть, любая власть, это зло, как и патриотизм, зло и так далее. Там у нас как раз такая сцена очень своеобразно сделана, где Чертков с очками Леннона под Imagine поет все эти толстовские идеи. Вот. Но потом Чертков... И пошел большевикам. Таким образом, он прибрал все наследие Толстого, описанное, отнял от Софии. Был приближенный человек Сталину. Сталин его с почестями похоронил. И он стал великим цензором тоже. И он канонизировал Толстого. Он позаботился, чтобы было переписано на разные... переведено Толстой на разные языки. Но он не канонизировал. То есть появился запрещенный Толстой вместе с этим. А это самое интересное, что есть Толстого. Этот запрещенный Толстой, который до сих пор очень маленькими тиражами в России выпускают. Yes, вот этот Чертков, он, конечно, он использовал, он всем говорил, а как надо жить, что не надо кушать, и смотрите, как это так. А сам питался у толстых, и как бы и все сделал на этом. Вот этот, вообще, феномен тартюфизма, он очень интересный. И он, можно сказать, сейчас новые силы пришел в мир. То есть, если раньше было вот это место, где тартюфы показывали свое... мораль и моральность, и эти манипулировали, была костелы, церкви, вот там они молились больше всех, доказывали свою святость, и тем не менее это им помогало лукавить и быть. То теперь появились вот эти все социальные сети, где мы видим новое такое фаризейство в них, и вот эти все фейсбуки и так далее. Наш такой очень интересный философ Шлёгер, это фамилия его такая, Шлёгер, значит, он как раз говорит, что вот эти все экраны — это некая новая религия, новые алтари, новые церкви. И вот там тартюфы, все в твиттерах и так далее, они там фаризействуют, морализуют и манипулируют. И вот это новое такое, и мы видим, насколько много вот в политике популизма, просто популизма. Это все тартюфизм. В Литве он вообще расцвел даже так, что... Так что эта тема очень актуальная, и по сущности все тартюфы, они очень страшны. И Чертков был такой. То есть вот это его...
полная христианская анархизм христианский, то есть что все свободны. Что такое анархизм? Все свободны, нету власти, все хороши, все добры, все помогают одни другим. И вот такой полный такой, значит, американский вот этих времен гиппи и детей, и как эти дети цветов, и там, допустим, и так далее. Вот эта вся красивая такая идеология, которая Толстой очень, так сказать, интересно выговорил. Мы знаем, какие это имело большие и очень хорошие последствия для мира. Но вот появился Чередков, который был в этой всей идеологии, который был впереди этой всей идеологии, и который сдал, который сложился, вот, человек с такой идеологией, со своим Сталином. То есть вот тут его фамилия тоже, знаете. Да, фамилия говорящая. Говорящая абсолютно, так что... Да, но в Минск, ну, может быть, когда-нибудь потом это увидят и зрители Минска, и других, может быть, стран. Но сейчас ваш театр ОКТ, значит, вы привезли сюда спектакль по Брехту «Свадьба». Можете сказать несколько слов об этом спектакле? Это почему вы его предложили, или просто организаторы фестиваля, Анжелика Крашевская, его выбрали? Может, организаторы фестиваля, наверное, выбрали. Мы тут часто приезжаем, у нас хорошие... Тут вообще-то Минск и Вильнюс, они очень близко, ведь. Да, то есть вы тут не первый раз? Да, не первый раз. Но есть и близко, и далеко, географически очень близко, все-таки есть эта железная занавес, как бы... Она переместилась, раньше она была на польской границе, сейчас на литовской. Да, и приехать, хотя очень хороший, удобный поезд, едет всего там полтора часа, но приехать не так просто, тут визы так, тут довольно-таки... близкие вообще исторически очень народы, потому что это же было так, Великое Литовское княжество, а великие литовские князи писали на белорусском языке. Это же очень совместная и очень наша общая история. И все это недалеко, но на сей день идеологии стран довольно-таки отличаются. И бывая близко, мы все-таки находимся далеко. Но значит, вот этот фестиваль, с этим фестивалем мы дружим, они приезжают часто, они видят все спектакли, они выбирают. И они выбрали. А что я могу сказать о спектакле? Ну, спектакль, он очень популярный. Он очень популярный в Литве. Это мои студенты. Он появился как студенческий спектакль, как шутка такая. Но я в этом увидел не шутку, то есть они создали такие необыкновенные персонажи современности, что-то развивалось, это долго репетировалось, два и больше, наверное, лет, это как учебный материал. Теперь они уже не студенты, это спектакль очень популярный в Литве, он ездит очень много по Литве, уже показано больше 100 спектаклей. Я не думал, что он будет иметь некий международный успех, но мы показали его в Петербурге, где зритель просто был и зритель, и критика. Значит, теперь поедем мы и в Италию, и в Испанию, и даже в Брюссель, в Национальный театр. То есть мы сами играем, то он такой немножко как бы не для больших сцен национальных создан. Но в нем есть некая универсальность, он очень живой, с одной стороны. Поскольку, знаете, хотя это Брех, хотя это спектакль написан, как бы обличит, объявит, вот выявит такое мещанское ханжество того времени. То есть там вся проблема в том, что идет свадьба, а невеста, то уже беременные и прячут свою беременность. И это как бы во время свадьбы становится как бы вот очевидным. Там кто-то подруга начинает говорить об этом. И это для того времени это как бы очень... Трагедия. Трагедия, абсолютная трагедия.
что теперь не является трагедией, но что там становится, не, что очень смешно всем. И как бы что все-таки становится в этом спектакле трагедией, потому что они как бы шутя приблизили вот эту всю свадьбу настолько к нравам и жизни современного общества Литвы и даже современного общества вот этого постсоветского пространства, где произошла некая такая десакрализация очень многих вещей. То есть люди бросились в очень такую яростную, в такой материализм. Как бы после советское время это было странное время. Оно было очень убогое, с одной стороны. С другой стороны, политически очень такая ангажированная пропаганда и все другое. А с другой стороны, люди жили очень духовной жизнью. Читали книги и так далее, и так далее. А тут пришел такой дикий капитализм. В этом диком капитализме все стали зарабатывать деньги. И произошла такая десакрализация всего. И вот свадьба, как мы знаем, такие вот главные, наверное, пункты в человеческой жизни – это свадьба и похороны. Как они проходят, насколько там есть некое что-то сакрального или несакрального в этом. Настолько мы сразу можем как бы через эти точки, через эти два праздника, не праздника, это ритуалы, ритуальные такие вещи, связанные с жизнью, смертью, с продолжением жизни, мы можем очень отчетливо увидеть, что творится с обществом. И вот какой там абсурд творится, то есть там много очень импровизаций, много таких... втягивается все, что происходит политическое. Это весь спектакль застолье. Такое импровизированное застолье. И вот в этом всем там, то, что она как бы беременная, это самое меньшее, что там можно увидеть. А увидеть можно там очень все весело, но очень очевидно мы видим, что насколько все деградировалось с одной стороны. С другой стороны, все равно спектакль имеет очень сильный жизненный заряд. Они все равно живут, они все равно любят, они все равно есть некие это не говорится так, это тут нету такой морализации, знаете. И даже вот это то, что все-таки так случилось, а не по-другому, то, что она беременная, что это хотели спрятать, хотели как бы красивее свою жизнь показать, это все актуально и на сегодняшний день. Там девушки под конец спектакля и плачут, видя в какой ситуации может оказаться невеста вообще. То есть все эти архетипные вещи, они все-таки нам важны. Сколько бы мы ни жили в новых психологиях, в новых пониманиях, что это не обязательно идти в церковь и так далее, и так далее. Но это архетипно очень действует на людей. Вот это поймало как-то зрителей очень сильно. Очень интересно. Это, по-моему, чуть ли не единственный спектакль на фестивале, который будет показан 2 дня подряд. И все билеты давно проданы. Нам с Леной повезло, у нас есть билеты. Мы сегодня с удовольствием это все посмотрим. А скажите, может быть, у вас есть какие-нибудь планы поставить что-нибудь в Минске? Не обсуждали еще? Да, обсуждались эти планы. И я, как понимаю, на этот приезд опять будет обсуждаться. Они обсуждались, они отложились. Дай бог. Здесь появилась новая площадка ОК-16. Основной спонсор фестиваля Белгазпромбанк купил завод Октябрьской революции и в нем создали новую площадку такую для как раз для модерновых спектаклей, типа вот ваша Елизавета Бам. Это такие декорации там можно устраивать. Я думаю, они вам наверняка покажут. И мы очень надеемся еще увидеть много ваших спектаклей. Большое вам спасибо. Спасибо. Обаячусь агар.
Mes ten prie duonos kepyklos tranšėje kasim, tai nebus nei šalto, nei šilto vandens porą dienų, tai atsiprašom už nepatogumus. Nu tai ateik, nu tai jau ateik. Mm-hmm.
Štai gina. Can you feel the smooth, the groove, the beat? Can you feel the... Среди оркестрового организатора, участников форума. Все твои подружки, ай-яй, девчонки, мамочки, не игрушки, ай-яй, девчонка, ты куда бежишь, не знаю, ай-яй, девчонка, за тобой не успеваю. Вместе с гарнитурой